30 августа в Северском районе на федеральной автодороге Краснодар-Верхнебаканский возле Азовского перекрестка произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель «Хонды» не уступил преимущество движения и выехал со второстепенной дороги на трассу. Водитель «КамАЗа», уходя от столкновения, повернул вправо, столкнувшись в результате с «Хондой» и «Десяткой». В результате маневра грузовик опрокинулся. Во время ДТП никто не пострадал. Одной из причин аварии стал неработающий в это время на перекрестке светофор. Обстоятельства происшествия уточняются.